Если я с вами мягко, так вы не забывайте. Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Это вы на своих халуев кричите, генералов и полковников. У них много чего есть в этой жизни, им есть чего терять. Сколько надо, и вас заставим. Ошибаетесь, гражданин министр. У меня ничего нет. Ничего, вам этого не понять. Жену и ребенка моих вы не достанете. Их бомба взяла. Родители мои давно умерли. Имущество всего у меня на этой земле вот этот платок. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.